Ничего не ищите вне себя. Нет сомнений в том, что Миямото Мусаси один из величайших самураев в истории. Его беспрецедентные достижения в фехтовании были не просто результатом природного таланта, но и свидетельством о его непоколебимой дисциплине. Согласно его собственным сочинениям, именно эта дисциплина проложила его путь к величию. Первая дуэль Мусаси состоялась, когда ему было всего 13 лет, и он выиграл ее. После этого он оставался непобежденным более 60 поединков. Даже сейчас, в наши дни, этот рекорд по-прежнему остается одним из самых достоверных исторических достижений за все время. Миямото Мусаси был не только лучшим самураем Японии, но и художником, а также мыслителем и стратегом. Его жизнь служит убедительным примером того, как самодисциплина может изменить правила игры.